Я, блядь, просто не могу в это поверить. Ну, вы как бы уже по ним сами поняли, что всем пухана. Придется действовать решительно. Команда от бати. Батя в гостях сейчас. По телефону скомандовал взяться за болгарку. Буду пилить. Страшно? Ну, что поделать. Домой-то надо как-то попасть уже сейчас. Времени 7:30. Я вот на это уже жру вовсю. Жрать охота. Домой не попасть. Да, пират? Пирата, кстати, на цепь посадили. Ух, ух. Ух, они какие, да? Собаки. Посадили на цепь бедного. О, ну, не грусти, привыкнешь. Привыкнешь, не спорь. Скажи привет зрителям. Голос. 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 Батарейки сели у пса. Видать, тоже жрать хочет. Ладно, буду пилить. Ух. Кое-как сюда пролезал. Дверь все-таки повредилась. Пришлось оттопыривать, чтобы добраться до болта. То еще извращение. Да, пират? Ему на все похрен. Лежит себе. Знает, что я сейчас буду трудиться, а потом накормлю его. Паскуда ленивая. Продолжаем. Охренеть просто. Короче, будем сейчас вот здесь вырезать вокруг нее. Потому что по-другому никак. Ай, каской ударился. Итак, о, ай, слепит. После долгих тщетных раздумий было решено перейти к плану, ломая это полностью. Ну, никак не дается. Придется ломать. Я когда прикололся, типа, пародия на канал How to Basic, я не думал, что все получится именно так. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот в лучших традициях How to Basic результат примерно, ну, такой же, как на его видео, где он пытался открыть дверь. Нет, ну, дверь у меня, правда, целее, но все же тем не менее. Смотрите сами. Та-да! Говно эти двери, не покупайте. Редкостное говнище. А вот, кстати, и причина изначально, почему замок не открывался. Короче, батарейка садится, быстро рассказываю суть. В этих гребаных дверях есть такая якобы удобная функция, что ручку берешь, вверх поворачиваешь, а дверь закрывается без ключа. Просто захлопнул, ручку вверх повернул, дверь закрылась.
ручку вниз опустил, с внутренней стороны она открылась. Снаружи, естественно, она так не откроется. Ну и вот. Похоже, маманя, когда уходила, ключ оставила в двери с внутренней стороны. А снаружи просто захлопнула ее с помощью ручки. В итоге дверь закрылась. Ее, блядь, не открыть никак, кроме взлома. Вот такой баг в этих дверных замках. Не покупайте эту дверь. А если она у вас уже стоит, ни в коем случае не используйте автозакрытие при помощи поворота ручки вверх. Она может привести к таким последствиям, что хрен ты потом откроешь, чтобы дверь не сломав. Такие дела. Я, блядь, просто не могу в это поверить. Да не в снег. Вчера батя, когда вечером пришел, грустно так минут 10 смотрел на дверь. Еще ни слова не сказал. Сегодня с утра, я когда на работу шел, смотрю на двери уже. Охренеть. Сделал. Быстро, оперативно и четко. Респект.